Сегодняшняя тема. 33-летняя Полина Гагарина опубликовала короткое видео, в котором покрасовалась в золотом мини-платье. Однако вместо восторженных комплиментов звезда собрала под постом комментарии фанатов, обеспокоенных ее нездоровой худобой. Поклонники считают, что певица чрезмерно увлеклась похудением и переживают за нее. «Трясетесь из-за худобы и недостатка витаминов. Полина, очнитесь. Хватит худеть, смотреть страшно, как можно было так похудеть, да уж, еще немного и будет один скелет, уже анорексия. Хватит заниматься спортом, начни есть бургеры, тощая как щепка, одна кожа до кости», – недоумевают подписчики. Впрочем, некоторые уверены, что Полина выглядит отлично, очаровательно. «Очень красивая, фигура супер. Спасибо за мотивацию, платье у вас, Полина, это отдельное искусство, которое делает вас еще краше, как будто с другой планеты. Очень красивая, Полина, ты как статуэтка Оскара». Ранее Гагарина официально подала на развод и разочаровала фанатов образом брюнетки. О пяти звездах, которые страдали от анорексии, читай в статье, а в галерее любуйся на фото Полины Гагариной. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.